Добро пожаловать в город трех мудрецов. Три мудреца возвращаются на Рождество. И приносят они ребенку чудесные дары. Ваши документы. Какие классные наряды! Штаны только слегка жмут. Мы рождественские существа. Они все приносят подарки на Рождество? Да, все. Осторожно, там же человек-невидимка. Привет, мудрецы. 100 лет тебя не видел. Дай угадаю, это письмо для трех мудрецов. Это письмо для Санты. Счастливого Рождества! Кем он себя возомнил? Его придумали для продажи газировки. Вот же мошенник. Они всегда ему завидовали. Потому что его сани летают? Потому что он знаменит? Чему завидовать? Чему? Вражда между мудрецами и Сантой. Детишки предпочитают современные технологии, а не старое барахло. Выходит на новый уровень. До скорого, динозавры. Да замолчи ты. У меня будет свой парад. Санта украл наш парад? Клянусь, это далеко не конец. У нас проблема. Санту похитили. Три мудреца должны помочь спасти Рождество. Рождественский дух умирает. У нас мало времени. На этих праздниках... Кто-то должен доставить подарки. Серьезно? Вас ожидает волшебное противостояние. Любят же люди алкоголь. Три мудреца против Санты. Опа! Божечки, что-то я перебрал. Скоро на экранах.